тем не менее, да. Короче, рассказываю смешную ситуацию. Заканчивая стрим по метафору на Твиче. Вот, мы наконец-то подходим к концовке. Я чекаю свою предложку. И тут мне кидают вот этот скриншот с канала NFKRZ. для справки я смотрю этот канал иногда, уже несколько лет на самом деле, этот чувак, который там тусил еще с Пайросиниклом, оказалось, что чувак из России, причем из Челябинска, из Челябинска, вот, да, NoFuckers, а, прикольный чел, я его смотрел достаточно долгое время, и тут я засветился в его видосе. И это что-то невероятное. Почему у тебя ава странная? У меня нормальная аватарка, это классная аватарка, это моя любимая, моя любимая, моя любимая аватарка. А, ситуация смешная, потому что он сделал видос про блокировку Дискорда, и это типа его мнение, ну, и как бы он а, сравнивает а, свое мнение с мнениями а, чуваков а, из России, он сказал, что типа Russian Streamer, Russian Russian Streamer uh, 47, что он не знает, кто это такой, но uh, ну, никто не знает, кто я такой, а но ну, баны Вот, но тут скорее ситуация в том, что я посмотрел этот видос, и, guys, это самая угарная хуйня, которую я видел за последнее долгое время, долгое время. Донат в Steam самой низкой комиссией на рынке карты Battle.net и PlayStation пополнение мобильных игр напрямую. Это и многое другое на донатов.нет Лучшие цены Гарантия на все товары И куча халявы Донатов нет, донат есть Купон со скидкой на первую покупку По ссылке в описании Короче, мы сейчас посмотрим микроотрезок Но, типа, это не то, что я ожидал Сегодня вечером понедельника Для справки, я его смотрю достаточно долгое время Это чувак, который, опять же, из России Делает контент на английском языке Он уехал в Грузию сильно раньше, чем я После этого, насколько я понял, мы не давали ВНЖ по какой-то там причине, и он уехал после этого в Португалию, и там я смотрел видос, то, что ему там не дают ВНЖ, потому что у них какая-то хуйня с бюрократией, в итоге он застрял с истекшей визой и там что-то пытался сделать. Вот, но все это время он сейчас полностью переключился на контент, типа, хей, hey, смотрите, как в России все хуево. И типа, не, ну, есть определенная публика на этот контент проще, но мне кажется, в последнее время он как-то начал очень сильно душнить. Вот, и как бы я не думал, что это заденет меня в каком-то смысле. Вот, но это, но по мне, по мне прилетело в том числе. Так что... Там, есть очень, смешной этот фрагмент. Yes. Started, several... Короче, он рассказывает про баны в России и прочее, и тут uh, он доходит до, uh, так, Russian TV explains Steam и Discord trouble, Russian gamers react to Discord ban. <laughs> uh, пипец тихо, да, 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 я повысил звук, сейчас. Сек. вот. И короче, он доходит до меня. Here, for само то, что я слышу Dead P47 на этом видосе, это уже на самом деле уникально крутая штука. Шейги уже не тот. Этот P47. <laughs> Some kind of uh, Russian streamer Says I feel like they, by they he means probably Roskomnadzor, Russia's internet watch organization I kinda have a feeling that our government has just gotten angry for the fact that They didn't manage to ban YouTube Bottom of society, that P-47, bottom of society YouTube, And that the people actually got mad at that fact. So they decided to ban <laughs> something that is completely innocent and harmless And is not as massively popular Moreover, I remember that quite recently Discord has actually banned a few LGBT servers in Russia according to the request of the government when the LGBT was considered an extremist organization in Russia. Gamers are, as always, the most uh, <laughs> the most oppressed and the most marginalized uh, minority. So uh, yes, guys, it absolutely writes itself. Gamers are oppressed, okay? I'm a Russian streamer, a Russian public person, or whatever, you know. I really don't care whatsoever about what is going on in my country. I don't talk about it, I don't talk politics. And now the Russian government is coming for us? Sus? Gamers? This is unbelievable. Gamers are the most oppressed minority.

Бля, пацаны, возможно придется релацироваться на Twitch. Возможно придется релацироваться на Twitch. Я абсолютно не понимаю, что происходит с Ютубом сейчас. Это полный пиздец. Это, это полный пиздец, гайс. Возможно придется релацироваться на Twitch. Это пиздец. 5% пропущенных кадров. Сори, газ. Мы релацируемся на Twitch. Вот, смотрите. Короче, суть в чем. Мне, мне очень понравилась эта херня. Он прочитал мой твит про то, что... Mm, там типа вот ЛГБТ сервера Discord банил, а вот геймеры как всегда самое притесняемое маргинализированное меньшинство. И я понимаю с какой целью он делал это видео, но ну, я имею в виду, что дальше мы увидим, что ну, как бы основную мысль этого видоса то, что э, русские стримеры, ютуберы, это ебаные терпилы, которые не хотят высказываться по поводу политики и прочего. И плюс вот типа геймерс геймеров прижимают, ха-ха, вот э, ну ясно, типа геймеры начали что-то там говорить только когда их начали что-то прижимать. Рофл в том, что э, тейк про то, что э, лгбт сервера бл блочились дискордом, он как бы подводит к тому, что дискорд выполнял требования это единственное что-то вкладывал там не было вложено то что лгбт люди там являются вторыми гражданами второго сорта или что-то такое но мне понравилось что он к этому в итоге привел Gamers are oppressed <laughs> I'm a Russian streamer, a Russian public person, or whatever, you know. I really don't care whatsoever about what is going on in my country. I don't talk about it. I don't talk politics. And now the Russian government is coming for us? Sus? Gamers? This is unbelievable. Gamers are the most oppressed minority. Even though you literally mentioned in this tweet how LGBT is now considered an. Взял фразу то, что геймеры это самое притесняемое маргинализированное меньшинство? То есть, что я всерьез, да, конечно, я говорил это полностью всерьез. Вот, и он говорит: а вот ЛГБТ, ты значит, не уважаешь? Что, ты как-то блокируешь, что экстремисты и прочее? Что ты как будто... Блядь, я просто... не знаю, это Типа, я прекрасно понимаю, в чем мысль этого видоса показать, что Russian bad, Russian streamer bad, Russian streamer not support anti-Russian rhetoric, oh no Вот, но тут есть несколько смешная проблема касательно всего этого то, что он говорит, что типа ему вообще похуй, на то, что он на англосегмент работает. Типа, ему абсолютно поебать на то, что там происходит, вот проще, а вот вы там, да, вот ясно, вот вы все молчали, а тут внезапно вот что-то вот Дискорд тронули, и вот, ясно, геймеры сразу притесняемы. А где вы были? А что случилось? Вот основная мысль как бы в этом. ...экстремистская организация в России, так people are basically considered, you know, second class citizens in Russia and terrorists, right? However, once again, gamers are the most oppressed and marginalized minority in Russia. Блять, чел, оч... это, было настолько очевидно, <laughs> я не знаю, типа, воспринять серьезно в 2024 году фразу про... Спасибо большое. Ну так-то все американцы, которые высказались, они даже хоть чуть не углубились. Просто USAID, GOOD, russia BAD. Я, я, я просто поражаюсь этой хуйне, потому что ну, меня называют суевым либерахой, там, э, э, национал-предателем, э, как-то мне назвал чел, русофобская свинья, вот это вот все. Вот, и тут я смотрю видео, в котором... Меня, меня, как бы, человек, который из Челябинска, да, там, прочее, из России, уехавший, он меня обвиняет в том, что геймеров притесняемыми ЛГБТ ни в не ставлю. Что я, понимаю, я просто... Я не знаю, что... Почему меня все ненавидят, блин? Что я всем сделал? Я просто пошутил в интернете. Инсын! Лайк, like, this is really the level of political or social commentary that we get from Russian video game streamers. Let's check out some more. Shall we Russian video game streamers? Но uh, no, <laughs> мне нравится, что он. Uh, вот самое первое, понимаете? Вот мой вот этот вот комментарий uh, в Твиттере максимально сдержанный, максимально типа ни о чемный. Он uh, оценивает <laughs> Russian. <laughs> как он это назвал? Gamers are the most oppressed and marginalized minority no, look in Russia. The first I'm gonna take a walk, guys. <laughs> what the are you insane? Like this is really the level of political social commentary that we get. Понимаете, <laughs> это. You know, Level of political and social commentary <laughs> от, от российских стримеров. <laughs> вот, вот лицо российских стримеров. Вот этот вот Russian 47. Вот видите? From Russian video game streamers. Let's... Чел, а, чувак очень долгое время крутился и в геймерских кругах. И, насколько я знаю, в англоязычном сегменте геймеры самое притесняемое маргинализированное меньшинство — это, блядь, мем. Который используется, нахуй, спокон веков лет 10 уже. И типа когда он берет Эту очевидный, шутку говорит: Вот он, уровень! Вот этот, вот этот P47. Просто не знаю. Это очень странно. Я просто никогда не думал, что я попаду в видео этого чувака. Uh, это для меня показалось, показалось весьма смешным весьма, весьма смешным, что он попытался меня как-то присунуть к вот этому нарративу. Потому что, мне кажется, я человек, наверное, самый неподходящий для нарратива среди статистического рустримера. Let's Егор Да, Russian gamers, Russian streamers, Егор Крид. Блять, просто блять. Рussian musical artist, like a rapper who turns streamer, He made a telegram post, saying this, right after Discord got banned. They blocked Discord, which means the boys use every single day. Wow. So, what even is the point of doing something so small? То есть он просто открыл какие-то комментарии на каком-то сайте, которые собрали, я так понял, компиляцию. И там почему-то был я, или Егор Крид, я не знаю, откуда у него мой твит. <звучит> Но потом он там что-то по лоло проходит, там что Потом начинается зависть братишкина. Каждого гандона, кто имел участие в этом, каждую х*ть оттуда оттуда санами палками погнать. Меня с России не найти. родителей этих ублюдков. Найти этих ублюдков. Но накажите, накажите, накажите этих мразей. Sorry guys, I'm not going insane. That is actually a reference. So you know Russian reference to famous YouTuber called. Просто. Ну, просто суть в том, что его основной тейк в этом видео, да, то есть он там рассматривает братишки на прочих. Ну, я так понимаю, из геймеров там лоло-ложка, братишкин я. Это лица, главные лица ру ютуба и стрима геймеры. И Егор Крид, блядь, Вот, то есть, главный его тейк. Главный его тейк. Заключается в том, что э, вот они сейчас сполошились по поводу Дискорда, а вот ну, очкуют говорить про политику. Вот они очкуны ебаны Вот Роскомнадзор хуй сосет, а про политику говорить очкуют. Очкошники. Вот, ну, основной тейк этого, этого видоса я его посмотрел перед стримом. И как бы. Э, ну, да. Ну, я имею в виду, ну, блядь да, никому нахуй не хочется говорить про политику Потому что, ну, э, ну, за себя говорить не буду Но братишки и прочие, они в России живут Им нахуй не нужны какие-то проблемы, да, в том числе И, поня... ну, как человек, который сам из России Должен как бы понимать эту ситуацию Потому что он сам-то съебался И типа получает ВНЖ в Португалии И сидеть там в Португалии И говорить, а вот вы все очкошники Боитесь там про политику говорить А я вот на английский сегмент Не боюсь говорить про политику ничего. <laughs> вот, вот это на самом деле очень интересная а, позиция. Вот а, она она прекрасна тем, а, что она несколько лицемерна с какой-то стороны, как мне кажется. И с другой стороны она вся пропитана тем, что человек, э, э, ну как бы это сказать, как, как как бы это как как бы это выразить так, чтобы никого не оскорбить никак. Но это, но это выглядит как то, что человек, уехавший из страны, да, говорящий на английский сегмент, он такой: вот смотрите, какие они там все такие. Вот вы вот, вот, видите, видите, какие они там все такие. Причем самых безобидных, самых нахуй безобидных, самых вообще не напряжных, в моем в случае во многом либеральных и хуйсосимых тем же э патриотичным обществом, в том числе, да. Я не знаю, я прошу прощения. <laughs> но мне кажется, что <laughs> это, это, это довольно странная хуйня Вот, э, но да, да, э, я, я прекрасно понимаю Если у меня был э, э, англоязычный канал э, Большое уважение, что он на самом деле сделался Англоязычный канал, многого добился, я очень давно за ним слежу Но здесь действительно просто подбивание всего и вся Минимальный ресерч, минимальное какое-то Минимальная попытка как-то во всем этом разобраться. Это видео было с, сделано с целью. Посмотрите, они тупые очкошники. Вот буквально вот с этой целью было сделано это видео. Я. Не понятное дело, что как бы тут очень, очень много на самом деле есть разных факторов, да, и у каждого они свои, в том числе. Но не знаю не знаю, все, все это как-то гнусно, как-то как гнусно, если честно. Мне, мне на самом деле это... Я с какой-то стороны разочарован, что меня использовали ради проходного видео, чтобы заработать Ed Revenue, блядь, с Ютуба. Вот, тут, тут, как, тут как бы, конечно, тут как бы, конечно, проще. Вот. У деда отобрали звание главного соевого... Да, потому что я-то соевый релакант. Я, я, я же тоже уехал из страны. Чел, мы с тобой одинаковые. We are not so different, you and I. Но, блядь, то, что человек, который, ну, как бы, столько времени был в англосегменте, не шарит за э, геймеров, которые самое притесняемое меньшинство, ну, я, если честно, не могу поверить. Не могу поверить в этом. Человек, который зарабатывал, он других жалует, что его использует. Но с другой стороны, да. С другой стороны, ты пол... Ты, пол... ты полностью прав, ты полностью прав. Чувствуешь себя использованной резинкой от трусов? Я чувствую себя испор... использованным гандоном, чувак. Если честно. Вот, вот. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, дорогие друзья, ты себе кумир нашел, чтобы увеличить свою русофобию не чел. Сейчас я лишился, лишился кумира, которого смотрел столько времени. Вот. Ну, ладно, я думаю, что это не столь важно. Я думаю, что можем закрыть эту микротему.